В Апатитском политехническом колледже завершились конкурсы профессионального мастерства. Весь октябрь среди студентов разных специальностей выбирали самых сообразительных и умелых. И они уже успели защитить честь колледжа на региональном уровне в конкурсе «Профессионалы на Мурмане-2016». Впереди у двух учащихся, Михаила Бегеева и Константина Костюка, участие в престижном чемпионате. Сейчас на площадках колледжа студенты и их наставники активно изучают и отрабатывают программные задания, которые им предстоит выполнить на чемпионате. В компетенции электромонтажные работы своего ученика Михаила Бегеева представляет Виктор Козелецкий, мастер учебно-производственного сектора. Им предстоит непростая задача. Надо выдержать 3 восьмичасовых конкурсных дня. Задания сложные. Одно из них... Надо щит управления собрать, учет распределения электроэнергии, щит освещения и сети освещения. Все это там на площадке имитировано, как бы им все дается, все оборудование, ну, все пустое, даются монтажные схемы, электрические схемы, и вот поэтому они вот в течение всего рабочего времени должны собрать. Михаил Бегеев – гордость и надежда колледжа, будущий выпускник. 3 года назад выбрал профессию электромонтера по примеру дяди, электрика на АНОВ-2. Теперь уже и сам может дать ценный совет взрослому. Настолько он вжился в специальность. Кстати, в прошлом году Миша уже участвовал в WorldSkills и стал 6-м среди 12 участников. Свой результат студент объясняет так. Растерялся, скорее всего, потому что были ребята, которые действительно не взрослые были. Я побоялся, скорее всего, того, что они уже много знают всего. Но, тем не менее, я старался, делал все, что мог. Как бы. Сейчас у тебя настрой какой? Сейчас боевой. Сейчас собираюсь ехать и все прям рвать, метать. Максимально проявить себя, свои знания и умения будущий электромонтер сможет совсем скоро. Чемпионат стартует 21 ноября. Будет очень большой праздник по поводу этого. Вообще это праздник рабочих рук. Праздник лучших рабочих рук. Будущей надежды нашей Кольской земли, Мурманской области. Болеем за наших!